В Караганде сняли мистический триллер. Картина «Пробуждение. Проклятый лес» выпущена карагандинской киностудией «Арман Филмс». Режиссером выступил Арман Алимжанов, а в ленте снялись ученики его киношколы. Творение карагандинской команды покажет сегодня наша телекомпания. Смотрите фильм Армана Алимжанова в 22:40 на Пятом канале. А с его главными героями пообщался наш корреспондент. Снятый в Караганде мистический триллер «Пробуждение. Проклятый лес» теперь доступен на YouTube, а зрители Пятого канала смогут посмотреть его уже сегодня. Сюжет «Проклятого леса» повествует о группе туристов, которые проводят выходные в Каркаролинске близ Чертового озера. Ничего не подозревая о проклятии леса, они сталкиваются с темной силой. И теперь у них одна задача – выжить. Так или иначе, «Проклятый лес» не только рассказывает мистическую историю, но и показывает красоту Каркаролинского национального парка в масштабе. Арман Алимжанов убежден, наши достопримечательности не хуже западных. Их можно и нужно показывать в фильмах разных жанров. Ну, вообще, изначально идея была у нас, это фильма, на фоне фильма показать нашу природу. Потому что большинство людей, которые про природу снимают или как его правильно пропагандируют, многие практики вот таких на фоне ужастики, мистики, как бы показывают, скажем, достопримечательность города там или же природу. У нас как бы такая идея была, продвижение именно национального нашего парка, показать красоту, горы, лес и Чертово озеро. Как бы на фоне этого мы создали историю свою же. Как признаются актеры, самым тяжелым для них было взбираться в горы. Трудностью было и то, что находились они непосредственно в лесу, а съемки шли в жаркие дни. Тут и комары, и палящее солнце, и постоянная ходьба. Технического оборудования тоже было немного. Фильм снят на одну камеру. Постановку и подачу ребята продумывали уже на месте. Трудно было, когда мы забирались в горы, уже не было никаких сил. И при этом настраиваться и что-то еще делать. Вот тогда мне было тяжело немножко. Такие моменты еще были, когда нужно было сыграть запыхавшегося, уставшего человека. А мы, например, только что отдыхали, и мы просто пришли, и приходилось отжиматься там на месте, приседать, чтобы добиться вот этого, и потом уже играть на камеру. «Проклятый лес» – это итог работы учеников киношколы, которые применили на практике знания, полученные во время 4-месячного обучения с известными карагандинскими актерами Кайратом Кемаловым и Андреем Белавиным. Следующая работа киностудии «Арман Филмс» – «Криминальная история Кек». Она готовится к постпродакшену. Также студия готовит детский фантастический фильм «Ключ от миров». Светлана Фарина, Берик Кашанов, Николай Шевелев, Пятый канал.